Хватит бегать вам пипышку и ходить на голове. Открывайте эту книжку, познакомьтесь с АББ. Стали мира жизни АББ и Иисуса. Нам теперь не будет скучно, это точно знаю. Майсан, даже если мамы нет, то все равно вы няни. День и ночь, зиму и лето с вами рядышком. Аминь. А вам все на белом свете и на сказке встречая. Так не просто. Вам при этом не нужно. Если времени взрослым, детям книжку сам сказки сам себе читай, ну и ты читай как я. Спасибо.